Людмила Владимировна Потехина – это педагог, глубоко любящий свое дело, творческий, инициативный воспитатель. В копилке педагога множество методов и конструктивных идей. Людмила Владимировна работает воспитателем в детском саду «Далай» с 2014 года. Имеет высшее педагогическое образование. Это творческий работающий специалист, профессионал своего дела. Она умело организовывает воспитательно-образовательный процесс, используя в своей работе личностно-ориентированные технологии. Широко использует в работе с детьми инновационные и развивающие технологии. Успешно интегрирует разные образовательные области. Одна из важнейших составляющих ее профессионализма – компетентность во взаимодействии с детьми, родителями и коллегами. Воспитатель успешно реализует дополнительную общеразвивающую программу последовательской деятельности «Маленькие волшебники» для детей дошкольного возраста. Педагога Людмилу Владимировну отличает высокая ответственность, требовательность, широкий кругозор, потребность в саморазвитии, общительность, способность к инновационной деятельности. Педагог на протяжении всей работы в детском саду занимается руководством и реализацией различных проектов. «Волшебная нить», «Русский валенок», «Чудо-войлок». Данные проекты не раз занимали призовые места в конкурсах на разных уровнях. Воспитанники Людмилы Владимировны – постоянные участники, призеры и победители различных муниципальных всероссийских конкурсов. Педагог проводит большую работу с родителями, организовывает и поддерживает связь с общественными и образовательными организациями, расположенными в Агинском. Требовательная, тактичная, любящая свое дело Людмила Владимировна пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, детей и их родителей. Занятия с пением и рисованием. И мне нравится Владимировна, она красивая, добрая. Владимировна добрая, красивая, холодная. Мы с ней проводили праздник святки, Новый год. Она очень добрая, я ее за это все люблю. Людмила Владимировна красивая и добрая.